Гагаузии впервые предложено дистанционное обучение румынскому языку. На территории автономии запущен пилотный проект, которым будет охвачено 60 учащихся. Три группы по 20 человек из разных районов смогут повысить уровень знаний и подготовиться к успешной сдаче экзаменов по этой дисциплине. Ты можешь сидеть дома в домашней обстановке, в домашней одежде, изучать, или ты можешь сидеть в парке и спокойно обучаться языку, поэтому это намного облегчает изучение языка. Никто тебя не спросит, почему ты пропустил урок, почему ты не сделал домашнее задание, или почему ты не смотришь, допустим, в тетрадь или в книгу, поэтому это тоже облегчает вам проблему, задачу. 6 сентября в современном компьютерном классе молдавско-турецкого учебного заведения учащиеся лицея имени Губогла ознакомились с инструкцией работы в программе дистанционного обучения. Лицеисты ожидают, что знание румынского языка увеличит их шансы при поступлении в вузы на территории страны. Вообще румынский нам, конечно, понадобится в жизни и понадобится для сдачи самих экзаменов бакалавров. Нас пригласили, нам предложили бесплатные курсы. Мы, конечно же, согласились. Это вполне хорошо, что проявляет такую инициативу, помогает нам молодежи. Я планирую поступить в учебное заведение Кишинева, скорее всего, в госуниверситет, в румынскую группу желательно, поэтому для меня это приоритетно участвовать в этой программе. Лучше свои знания молдавского, потому что они у меня немного слабоваты, именно для этого я решил пойти на них. Занятия на расстоянии в первую очередь будут доступны ученикам. На втором этапе этой программы могут воспользоваться и все желающие. Для этого достаточно будет воспользоваться веб-страницей авторов проекта.